Моделирование профессиональной деятельности студентов в процессе проведения с дошкольниками природоведческих опытов и экспериментов обеспечивает развитие эвристичности в подборе инновационных технологий в работе с детьми. В ситуации реального педагогического процесса будущие педагоги овладевают умениями ставить цели в экспериментальной деятельности, планировать ее этапы, формулировать проблемные вопросы и побуждать детей к рассуждению и умозаключению. Мониторинг и проектирование полифункциональной предметно-пространственной среды позволяет студентам создавать условия как для партнерской, так и для самостоятельной игровой, познавательной, исследовательской и творческой деятельности дошкольников. Подготовка педагогических кадров ориентирована на освоение инновационных технологий и готовность студентов к прогнозированию и созданию условий, реализующих инклюзивную практику. Одной из актуальных задач вузовского образования сегодня является обучение студентов способам переработки информации путем самостоятельной исследовательской практики в рамках компетентностного подхода в работе с дошкольниками в сфере экологического образования. В современном высшем образовании акцент переносится на становление профессионала, обладающего гибкостью педагогического мышления, использованию контраргументации и критической позиции одного партнера по отношению к другому. Ролевая игра позволяет выступить в роли критика детской литературы, педагогов, экспертов дошкольного образования, дать обоснованную оценку произведений детской литературы с опорой на научные данные, наметить пути встраивания современной детской книги в педагогический процесс дошкольного образования. Развитию творческого потенциала студентов способствуют инновационные технологии для решения задач по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста. Плодотворной становится идея создания мультфильмов совместно с детьми, которая диктует совмещение в одном проекте различных видов деятельности – создание сценария, проектирование изобразительного ряда и цветового решения при изготовлении декораций персонажей, видео и фотосъемку, работу со звуком и монтаж. Необходимым компонентом обучения студентов является командообразование как обязательное условие в контексте совместной деятельности студентов по решению профессиональных педагогических задач. Изучение вариативности предшкольной подготовки детей на основе анализа интернет-сайтов предполагает столкновение разных точек зрения, оценку позитивных и негативных тенденций, прогнозирование рисков. При этом участники команды осваивают приемы корректности в полемике, согласование позиций и выработки единого решения. На основе полученного контента каждая команда приступает к проектированию собственного проекта – современной модели подготовки к школе. В настоящее время меняется сущность организации работы со студентами, что позволяет им стать субъектами собственного развития. В подготовке педагогов активно используется формат тренинга. Так студенты получают эмоциональный и рефлексивный опыт, осваивают ролевое взаимодействие, могут осознавать препятствия в решении профессиональных задач, открывать себе дополнительные возможности и ресурсы. В процессе таких занятий происходит осознание того, как сложно сотрудничать, если говоришь с людьми на разных языках, и как важно найти взаимопонимание. Главные уроки, которые извлекают студенты – не нужно бояться нового для себя опыта, необходимо при любых обстоятельствах сохранять внутреннее спокойствие и искать альтернативные решения. Высшее образование гибко реагирует на вызовы времени. Знакомство с робототехникой обеспечивает новые подходы к формированию студентов конструкторского мышления, показывает значимость освоения новых технологий, которые способствуют развитию детей мелкой моторики рук и логики. ИКТ-компетентность будущих педагогов, информационная креативность, эрудиция – тренд современного высшего образования.
Подготовка специалистов направлена на формирование их готовности к созданию безопасной среды для детей в процессе компьютерно-игровой деятельности. В основе обучения лежит развитие способностей к самоорганизации и самообразованию, что позволяет использовать современные методы, технологии обучения и диагностики детей, а также проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития.